Вот и осталась позади самая беззаботная и веселая школьная пора. Уже в прошлом – контрольные, шпаргалки и строгие учителя. А впереди ребят ждет взрослая жизнь со своими радостями и трудностями. Но школьные воспоминания навсегда останутся самыми светлыми и радужными. Для выпускников Видновского художественно-технического лицея праздничные мероприятия начались с вручения аттестатов из рук главы Ленинского района Олега Хромова. Только лицей в этом году выпустил 6 медалистов, а всего в районе их 41. Олег Хромов отметил, что Ленинский район по уровню среднего образования стоит в первой десятке по Московской области. Это большое достижение и отражение работы системы образования муниципалитета. По долгу службы любому чиновнику, тем более главе, приходится бывать на выпускных вечерах, последних звонках. Каждый из них незабываемый, потому что перед тобой проходят судьбы. Рождается новое поколение, и вот ребята, которые выпускаются, они еще не задумываются о том, что их завтра ждет. Это такое светлое, доброе чувство, и у меня лично всегда подкатывается комок к горлу. Далее все отправились на Советскую площадь, где к 8 часам субботнего вечера уже собрались 516 вчерашних 11-классников. Выпускной – это первый шаг на пути к взрослой жизни. Девушки особенно тщательно готовятся к этому событию. У каждой выпускницы собственное видение того, какое она хочет быть на этом празднике. Юлия Кабанова шила себе платье по собственному эскизу. Она признается, что потребовалось немало времени и сил, но такое мероприятие того стоит. Как и для всех выпускников, это главный праздник вообще в жизни. Один, по крайней мере, из самых главных. После него мы однозначно отправимся во взрослую жизнь. Мы повидаем новых людей, мы там встретим новые знакомства и так далее. Но, конечно же, это очень важный для меня праздник. Выпускники признаются, что еще вчера прозвенел последний звонок, а многие из них уже скучают по беззаботным школьным годам. Ведь впереди другая взрослая ответственная жизнь. Со школы грустно расставаться, но дальше идет новый путь. Институт – это тоже новая жизнь. Счастливое ощущение, то, что вот все, больше не будет школы. Поступление, правда, сложное, экзамены очень сложные были. Ну, не так просто, как хотелось бы. Сейчас такая эйфория идет, вот, выпускной, все так классно. Потом, думаю, пожалею, что со школы ушла. Закончил с двумя тройками, хотя очень стремился достичь совершенства и закончить на отлично. Ну, жизнь есть жизнь. Я бы, наверное, хотела пожелать просто радоваться каждому дню. На самом деле, вот эти вот экзамены... Они как-то нагнетают эту обстановку, и каждый человек, он все равно об этом постоянно думает и грустит. А именно этот день, он позволяет нам отойти от этой атмосферы и расслабиться. В этот торжественный день юноши и девушек поздравляли представители местной власти и управления образования. Все желали выпускникам одного – найти свое место в жизни, успешно продолжить образование и стать достойными гражданами своей страны. Пусть жизненные горизонты, которые открываются перед вами – будут безоблачными. Пусть разочарование вас никогда не постигает. Идите уверенно к своим целям. Будьте счастливы. Найдите свою любовь. И пусть вам улыбнется судьба. Добрый путь. Выпускной – это переход из мира детства во взрослую жизнь. Впереди поступление в вузы, работа, новые друзья, новые впечатления, взлеты и падения. Многое в жизни повторяется, но это событие уникально, ведь никому больше не предоставится случая побывать на собственном выпускном балу. Наталья Буслаева, Илья Адамия, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.